Хочу коснуться одной темы, которая касается нашей недельной главы, но не только нашей недельной главы. Мы наблюдаем в нашей недельной главе страшнейшую катастрофу. Да, просто перевернут с дом и все его окрестности. Там выжила только семья Лота, который туда вышел. И более того, со всеми заслугами Авраама, и это было уже после того, как он исполнил заповедь Брит-Мила, все его самоотверженности, его спасти с дом, ничего не помогло. Ничего не помогло. Есть Масехет Санедрин в Мидрашах. Ну, немножко описание повадок с дома. С дома это было место, где преступление было узаконено. Ну, Раши в этом месте приводит Мидраш, что почему перед Всевышним заново предстала преступность Содома, потому что была одна девушка, которая, девочка, которая дала нищему что-то, какую-то еду, и ее, так сказать, наказали за это, ее всю помазали медом и поставили ее перед роем пчел. Ну, скажем так, тут это не просто зверское наказание, оно было тщательно продумано. Ты даешь бедным еду, тем самым ты навлекаешь сюда бедняков со всего мира, так мы же так погибнем. А мы всем надо всем все давать. Вот и мера за меру они ее наказали. Сейчас тебе помажем, ты давая хлеб другим, как бы мажешь нас медом, чтобы собрались со всех сторон, нас съели, так мы тебя помажем медом, увидишь, что получится. Видим нашу земную страшную вещь. Говорится, что Раши приводит, что в этот день Лота сделали судьей в Содоме. Судьей в Содоме. При всем при этом, когда уже судья с дома узнали, что принял гостей, если бы не силы ангелов, которые у них были бы, то ни от Лота, ни от себя ничего не осталось бы. И помешало бы то, что он судья, неважно. Это не помогло, не помешало бы. То есть запрет благотворительности, это был страшный закон Лота, закон с домом. Нечто подобное было и в поколении потопа. Это было узаконенное преступление. Узаконенное преступление. Об этом говорил наш учитель Рабби Ицхак Зильбер, что есть грехи. Это очень плохо. Грехи грех – это страшная вещь. Есть вещь еще более страшная, чем грех. Когда грех становится законом. Когда грех становится законом. Я помню, что приводит Лав Лоренц в своей книге, что когда Хазаныш вел борьбу против закона обязательной национальной службы для девушек, Шурут Леуми, он говорит, что если будет принят закон об этом, означает, что в Израиле принят закон напрямую противоречит Торе. То есть
есть у каждого человека свое дурное начало. Но когда дурное начало становится узаконенным, именно так надо жить, это катастрофа. Есть еще одна тема, которую хочу коснуться в нашей главе. Тема очень простая. Казалось бы, приходят три ангела к Аврааму, и Раши объясняет, почему там три ангела. Один пришел излечить Авраама, от Рафаэль, после обрезания. Другой пришел сообщить о том, что Сара родит сына Ицхака. И третий пришел, он был по дороге. По дороге перевернулся дом. По дороге. Я поставлю вопрос очень простой. Ну, допустим, связь с излечением Авраама после обрезания и с рождением Исхака есть. И то, и другое, это последствия, можно объяснить, что последствия обрезания, потому что именно в силу того, что завершилось исправление Авраама, он стал, то что называется, тамим, цельным, тогда именно в своей цельности он должен был родить Исхака. Но какое имеет к этому отношение переворот с дома? Почему? Как связан переворот с дома с обрезанием Авраама и сообщение, что родится у Авраама и Сары сын Исхак? Вопрос принципиально я не видел, что спрашивали, хотя, может, я бы не искал. Я думаю, что можно сказать две вещи. Во-первых, как мы все знаем, Содом это была часть Эрец-Исраэля, Святой Земли. И когда и в Завете обрезание было обещано Аврааму, это земля, то на земле, предназначенной для Авраама, нет места с домом. Нет места с домом. Еще немножко вещь объяснить. В чем смысл завета Святой Земли? Почему так часто повторяется обещание нашим праотцам Святой Земли? Может быть, можно было обещать Швейцарию, Болгарию. Почему именно Эрец-Исраэль? Почему? Герцлев вполне устраивал бы Уганду, русских, еврейских коммунистов, Биробиджан. Немецких реформистов прекрасно устраивал Берлин. Почему Эрец-Исраэль? Эрец-Исраэль – это святая земля. То есть изначально это место предназначено для храма, для служения Творцу. И именно в силу того, что это место предназначено для служения Творцу, это место нужно было дать тем, кто Творцу будет служить. А Пингус он пишет, что Святая Земля должна была, обещание Святой Земли – это обещание места единения народа Израиля со Всевышним. То есть так же, как молодая пара женится, не покупка квартиры и не снятие квартиры является основным семейной жизни, но квартира необходима. Квартира необходима. Место, где вместе будет проходить семейная жизнь. Так и здесь. Место для служения Творцу – это Эрец-Исраэль, в первую очередь. Вот когда этот завет
обещание Святой Земли укрепился, когда Авраам Авину сделал обрезание, то, я бы сказал так, мы уже говорили, не раз сказано, что Святая Земля не терпит преступления. Святая Земля, которая предназначена служение Творцу, она не терпит преступления с дома тоже. Когда этот завет усилился, когда Авраам исполнил свою сторону этого завета, он сделал обрезание и себе, и всем своим домочадцам, всем своим близким, то этот завет требовал, чтобы Сдом был выкращен отсюда. В нашей главе мы видим большую как бы, дискуссию, как бы, противостояние Авраама Всевышнему. Всевышний говорит, что надо их уничтожить, а Авраам говорит, можно их спасти. Когда Авраам говорил о том, что ради 10 праведников можно сохранить город, что имеется в виду? Мы просто говорим, когда есть в городе 10 праведников, есть у города шанс измениться к лучшему. То есть Авраам, не дай Бог, он не имел в виду увековечить здесь преступление. Ни в коем случае. Он просто просил Всевышнего убрать отсюда преступление не уничтожением Содома, а тем, чтобы дать им шанс исправиться. И то, что произошло в нашей недельной главе, пошла очень четкая вещь. Раши приводит, что ангелы пришли к Лоту, они увидели праведность дома. То есть и всего населения Содома ни один не выступил против того, что хотели ангелы, что хотели сделать жители Содома с ангелами, Никто не возразил. Ни один человек. То есть сам Лот, как пишет Раши, он пытался всю ночь оправдывать жителей этого города. И Авраам еще до этого пытался перед Всевышнему исправить их другим способом это место. Но их приход в город и то, как жители Содома относились к этим гостям, это доказало истинность приговора Всевышнего. Мы как-то уже говорили об этом, что неспроста мы в Святой Земле сегодня мы видим Содом. Видим ту пустыню, ту каменную пустыню, то Мертвое море, так оно называется, не на святом языке, но так называется на многих языках мира. Мы видим, что место, которое было буквально почти как райский сад, превратилось в место смерти. Это для нас напоминание, постоянное напоминание, что святая земля не терпит греха, не терпит преступления. Есть, нам не надо особенно эти вещи объяснять, вещи очевидные. Наш народ был дважды страшно изгнан с этой земли. Почему? Потому что святая земля не терпит греха. Это место еще в нескольких местах. Это слова Торы, и слова Торы, как известно, всегда полностью исполняются. И надо вообще понять, что происходит на Святой Земле. У нас через неделю в Эрец Исраэль есть выборы. Ну, люди выборы не любят и правильно не любят. Это грязная политика и
Однако, давайте вещи просто поймем. Эти выборы ведутся не по закону Торы, не по это все это. В общем, надо отряхнуться от них подальше, вроде бы. Отряхнуться подальше. Однако одну вещь надо знать. Нам заповедано бороться за святость святой земли. Нам заповедано протестовать против тех, кто и оскверняет святость святой земли. Мы тут находимся в очень тяжелой ситуации. Загружают сотни миллионов наших ненавистников. На что можно опереться? На обещание Всевышнего. Но есть проблема. Кроме обещания Всевышнего, то, что у нас будет святая земля, есть также обещание Всевышнего, что если мы будем на земле грешить, то мы не дай Бог можем быть изгнаны. Поэтому на каждом из нас есть обязанность сделать максимум, чтобы вернуть святой земле ее святость. И если у нас есть возможность это делать путями, которые нам навязали, надо делать это путями, которые нам навязали. Я объясню в двух словах, почему величайшие мудрецы Израиля постановили участвовать в выборах и сами участвовали в них. Это было еще не только здесь, это было и вне страны Израиля. Когда, были времена в изгнании, когда цари народов мира давали евреям автономию и давали власть раввинам, которые руководили общиной по закону Торы. Это были в изгнании, но это были добрые старые времена в изгнании. Эта вещь была нормальная, принятая, и во времена Ражбы, и Сарабана в Испании раввины имели право и наказывать и преступников и так далее. Но последние 100 с чем-то лет, когда наш народ отошел во многом от Торы, а в Европе расцвела демократия, то и выбор, то общины начали руководить по законам государств, выбранные главы. Тогда наши мудрецы повелели участвовать в выборах. Почему? Все, что можно спасти, надо было спасать. Все, что можно было спасти. Это была и позиция в Эрец-Исраэль, нашего великого учителя Хазон Иша и многих других мудрецов, что, хотя реально сейчас в Эрец-Исраэль властвуют не силы Торы, а силы совершенно другие, но так как в рамках их законов мы можем влиять, участвуя в выборах, мы обязаны это делать. Это одна вещь. Реально, то есть, означает очень простую вещь. Все выборы в Эрец-Исраэль, пусть это будут выборы в Кнессет или в муниципалитет, это для других это политика, для нас это борьба и война спасти то, что можно на святой земле. Знаете, мы получили эту землю в силу завета обрезания и завета Торы. Если, допустим, в Европе постоянно проснулся Амалек и хочет запретить обрезание и тут, и там. В Эрец-Исраэль этой проблемы пока, слава Богу, нет. Но есть много сил, которые хотят в Эрец-Исраэль нарушить завет Торы. Мы находимся на святой земле, можем жить в силу двух заветов. Завет обрезания, завет Торы, изучение и исполнение. И поэтому нам необходимо максимально усилить в Эрец-Исраэль хотя бы у нас
И те, кто готов приближаться, завет Тор. И, к сожалению, есть вещи сегодня, когда окружающие нас, наши заблудшие братья, пытаются делать много-много законов и постановлений, которые пытаются оторвать от что-то то. Поэтому наши величайшие мудрецы всех поколений, называется Исраил, подавляющим большинством постановили и наставляли, и обязывали использовать и инструмент государственных выборов, чтобы спасти то, что мы можем. Поэтому я расскажу просто одну историю. Это было где-то 35 чем-то лет тому назад. Директор Ишива Факим, который я хорошо знаю его, дай Бог силы и здоровья, он был в Америке, собирал деньги на Ишиву. И он был в Америке, его запланировано было и время выбора в Эрец-Исраэль. И у него не было даже мысли, что надо возвращаться на выборы сюда. Он все-таки решил спросить Рав Шаха. Ему сказал Рав Шах так: за счет Ишивы ты возьмешь билет туда и обратно, приедешь на один день, и будешь участвовать в выборах. И это слышит Рав Пинкус. Почему? Потому что зачастую каждый голос имеет силу. Есть еще одна вещь, которая нас касается, надо вещь хорошо понимать. Когда мы говорим о борьбе с отходом от святости, кто является командующим в этой борьбе, в этой войне? Великий Тор. Поэтому для нас, когда заходило в выборах, надо просто разобраться в самих себе. Мы хотим жить по Торе, и мы хотим жить, так сказать, по Торе, но немножко так, как хочется. Немножко. И тут очень важно для нас это исправить самих себя. Когда мы исправляем зло в самих себя, мы исправим очень много. Я объясню, что имею сейчас в виду. Надо, говорят так, что Рошана, мы провозглашаем о Царстве Всевышнего. Но есть ситуация, когда мы провозглашаем о Царстве Всевышнего во всем мире, он только одно место забывает – самого себя. Тут как-то… Если нам необходимо принять на себя власть Всевышнего, сейчас это означает принять на себя все заповеди Торы, одна из них – это служба мудрецов Торы от начала до конца. И как пишет Раши, «Васита кахолоши руха, сделать так тебе, тебя будут наставлять, даже если они скажут на левое, правое, на правое, левое, надо их слушаться». Даже, вроде бы, есть выражение, мы думаем, что мы лучше понимаем. Нас заповедано, даже если мы думаем, что мы лучше понимаем, принять с точки зрения великих мудрецов Торы и идти за ней. И для нас это очень принципиальное исправление. Хочу добавить еще одну вещь, которая касается нашей недельной главы. Я вернусь к этому вопросу, как связано брит мила Авраама и уничтожение Содома. Когда Авраам сделать такое величайшее исправление в самом себе. Когда из него ушло зло, это же повлекло собой уничтожение зла вокруг него тоже. Когда он из себя, он сделал обрезание, брал из себя то, что называется орла. Орла – это место зла, это место похоти. Убрал, отрезал это от себя. То мир, так учитывая величие Авраама, весь мир очень очистился. Когда мир очистился, он не мог терпеть Содома. Тут есть одно большое правило.
Мы хотим влиять на окружающих. Надо влиять на окружающих. Но в первую очередь тем, что мы исправляем самих себя. И поэтому, когда если мы говорим сейчас о выборах, одна вещь. Идти на выборы, потому что мне больше нравится тот представитель другой, это не то. Но когда мы идем на выборы, не потому что мы кого-то выбираем, не потому что являемся участником этого балагана, который происходит на выборах, мягко говоря, нет. Нам заповедано бороться за святость Святой Земли, нам заповедано слушаться мудрецов Торы, и только ради этого мы идем голосовать, и слушая их, за кого и как голосовать, тогда это наше исправление, тогда это чистая мицва, и даже тот факт, что там заповедь исполнена, как положено, это само помогает во многих вещах. Всего хорошего.